Всем привет! В этом году мы посадили совсем небольшой участок арбузов и на 18 июня 2023 года зарядили вторую основную прополку. Это последний раз в этом сезоне, когда мы беспокоим плети. Сначала все плети мы убираем из междурядий. Тяпками опалываем линию по контуру пленки. Затем фрезой туда-обратно проходимся по всей ширине междурядий. Распределяем плети по местам и присыпаем листики, чтобы сильные ветра не потрепали плети арбузов. И вот такая красота у нас получилась.